информацию, как народ были спасены этими ущельями, нас было не очень много, где-то 120-150 тысяч. Это сплошные были войны 400 лет. 400 лет мы жили в изоляции и выжили. Не потеряли ни честь, ни имя свое. А сети мы пьем зигзагом. Зигзагом. По трое. Что такое ваше? Старший. Банковский канал. Сейчас. Вот так. Да. Что справа? Слева. А если кто-то выпьет? Не в очередь. Можно ли ему что? Ну, правильно. Штраф. Чем больше я пытался разобраться, тем больше запутывался. Чтоб постичь сию науку, надо побывать за осетинским столом не раз и не два. Могу дать совет для новичков. Смотрите во все глаза, что делают соседи. Не стесняйтесь спрашивать. И главное, между молитвами обязательно закусывайте. Знаете, вот мы здесь трое младших. И... нам интересно постигать эту науку. А вам спасибо за то, что вы нам эту науку даете. Причем в такой интересной форме. Аминь. Я бы учился и учился, честно.